Современные информационные технологии достигают новых высот. В прямом смысле этого, сегодня мобильная связь и передача данных в формате 5G возможна в самой высокой точке мира, а именно на вершине Эвереста на высоте в 8848 метрах. Если говорить серьезно, то Гималай – не самый густонаселенный район, и его население явно не является горячими поклонниками гаджетов. Почему же инженеры компаний China Mobile и Huawei выбрали именно этот регион для своеобразного рекорда? Ответ простой. На горных склонах расположено большое количество научных станций. К его вершинам ежегодно устремляется множество альпинистов. Связь в формате 5G позволит группам общаться между собой, повысит безопасность восхождений и даст возможность всем жителям планеты получить отличную картинку с горных склонов в высоком разрешении. В Индии наконец-то установили башню, которая очищает воздух, чтобы осуществить идею, специалистам обеих компаний пришлось немало потрудиться. Их основной задачей было создание компактного оборудования, ведь его доставка на Эверест потребовала немало усилий. В итоге вес трех станций составил всего 8 тонн. Для развертывания станций было задействовано около 150 инженеров и рабочих. Проложено более 170 километров линии электропередачи и не менее 25 километров оптоволокна. Лечение горячим песком, излечение недугов с помощью песочных ванн в Египте. Второй вопрос, который пришлось решать специалистам, это доставка аппаратуры на труднодоступные горные склоны. Высокотехнологичное оборудование подняли в нужные районы традиционным способом. С помощью вьючных животных, яков. Благодаря густой шерсти, толстому слою подкожного жира и большому объему легких они отлично чувствуют себя в высокогорных регионах. Сколько денег брать с собой в путешествие, сервисы, с помощью которых это легко определить специалисты, China Mobile и Huawei, немного лукавят, говоря, что они установили антенны на вершине Эвереста. Всего развернуто три станции. Первая в базовом лагере на высоте в 5300 метрах отсюда к вершине отправляется большинство экспедиций. Вторая – в промежуточном лагере на высоте в 5800 метрах и последняя на высоте в 6500 метрах над уровнем моря. Вот она и считается самой высокой станцией формата 5G. Благодаря трем станциям, инженерам удалось обеспечить склоны Эвереста скоростным интернетом. Есть он и на вершине. С 30 апреля 2020 года можно получать картинки высокого качества с самой высокой вершины мира. А альпинисты и ученые получили качественный канал связи, так необходимый для обеспечения безопасности и выполнения научных задач. Ставь лайк и подписывайся на наш канал.